Доброе утро, Полтава! Сегодня 14 февраля, День всех влюбленных. Мы традиционно в офисе 1580 узнаем, что произошло хорошего, плохого за прошедшие сутки. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! С праздником вас! Спасибо вас тоже. За прошедшие сутки у нас следующая информация. Значит, от скорой и от полиции поступила информация о двух ДТП. Одно ДТП на перекрестке Шевченко-Сенная и второе, но там оно пока еще не подтверждено, но думаю, что разбирательства будут идти. На Халтурина 13 сбили пешехода. Это сегодня? За вчерашние сутки. Он утверждает, что машина не остановилась, поехала дальше. То есть, в принципе, такая ситуация, которая, что машина будет необходимо разбирательство полиции. И поступила информация от скорой на Барыковского 16 на улице в присутствии врачей. Мы уже не смогли спасти, тоже умер человек. Не очень такие. Да, это из чрезвычайных происшествий все. В принципе, по коммунальным службам у нас пока все спокойно. Сегодня с утра уже работала техника, выезжали, посыпали спуски подъема. То есть Ленина, Монастырская гора. Там, где было скользко, по заявкам троллейбусного управления, в принципе, это по коммунальным службам тоже все. Нам сегодня передают плюс, насколько мы известны. Да, на сегодня передают, ну, у меня информация ночью минус 8, минус 10 градусов, днем 0, минус 2, это будет минимальная температура. На сегодня передают снег, то есть все службы у нас предупреждены, что мы сейчас справимся сегодня. Несмотря на не очень положительные новости, в принципе, у вас крайне редко хорошие новости. Да, можно увидеть, но иногда возможно. Всем желаю искренней любви, хорошего настроения и замечательного вторника. Спасибо. До завтра. До завтра.